Белорусская государственная академия музыки, в прошлом консерватория, является старейшим вузом нашей республики. Из стен этого учебного заведения вышло много талантливых музыкантов, дирижеров, композиторов. Многие из них работают в стенах нашего учебного заведения и готовят молодые кадры для нашей страны. Мне хочется пожелать в юбилейный год 90-летия Академии музыки, пожелать этому прекрасному вузу больших творческих успехов, новых свершений в воспитании подрастающего поколения талантливых музыкантов и сказать добрые слова коллективу нашей академии, пожелать всем больших творческих успехов и всех благ.